утро за окном. Снег идет, идет, идет. Да, сугробик нужно откапывать и откапывать. Решила не откапывать машину, а пойти на работу пешком. Ну, тоже дело. Во-первых, полезно. Во-вторых, по такой-то красоте, чё же не пойти-то? Но зато красиво, сказка, вот елочка. Близится, близится театр. Вон он, в конце моего пути. 10 минут ходьбы. Но на машине было бы удобней. Вот уже заборчик театра. И снежная плантация. Красавицы мои. Здрасте. Ой, у них тут что-то. Они тут варят что-то. Они варят пенопласт. Ну-ка, Лен, покажи. Чума. Молодцы. Дальше идем в декорационный цех. Смотрите, какая. Не идет лилия. Идет лилия мне. Это букет у меня такой. Это мои цветочки. Это лилии для лягушечек и для тортиллы. Она будет ездить вот в такой вот в красоте. Это у нас камышики. Ну, некоторые элементы мы, конечно, дадим главной тортиле. Дуваны напоминают лето. Хочу лето. Лета пока нету. Ну, хоть одуваны. О, еще у нас тут стрекозочки есть. Это у нас репса. Рыбы много не бывает. Ой, хорошие. Я покупаю. Режиссер сделал подарок. Вот смотрите, хотите голубенький глазик? Слушай, чума. Хотите красненький глазик? Я, наверное, хочу как красненький глазик. Это укуренный глазик. Укуренный, да. Я буду такая больная с укуренным глазиком. Вот у меня красный глаз. Ну-ка, дай мне синенький второй. Приложи мне синенький. О, очень круто. Я режиссер такой. А это у нас пудель Артемон. Лягушка-путешественница и царевна. Да, мне даже моя Инесса говорит, Оксана, ты так говорит, красиво все твои проходки снимает, да? Пока работала, уже стемнело. В такой вот в красоте иду домой. Поздно, конечно, но красиво, как сказка. Там уже елочки у нас уже наряжены. Вот мой темный дом. Только окошечко на кухне горит. И моя машинка с сугробиком. Ну, совсем сугробик. Все, пришла домой. Опять метель. У меня даже стеклышки даже запорошило снегом. Зато очень красиво. Где самое чистое место? У театра. Забирай все. И тебе тоже. И мешочек с золотом. К тебе яблочки-то эти идут. Яблочки. Яблочки у нас. Колясочка. Художник помогает. Тяжеленную корзину потащила. И так, пожалуйста, все сказки. Меню. Открываем меню. А там не тебе. У нас спагетти. Вот такие вот. И съел. Голуби жареные, хрустящие. 4 соли. Вот она все с сценечком. И перепела свежие сыры. 6. Меню. Открываем меню. А вот, наконец-то, теперь тебе. Все, да. А это мой дом, мой дворик с другой стороны. Что можно купить в Пятерочке вечером в субботу? Наверное, чипсы. А к чипсам что? Наверное, что-то интересное. Вот, приехали. О, дом какой красивый, большой. Подруг живет. И чищено у нее здесь. Ну, цвет, конечно, не тот, который я хотела бы. Правда, сейчас цвет, конечно, и не увидишь. Но кто же ее здесь чистит так прям красиво? Сейчас окошечко заглянем. В окошечко заглянули. Здрасте. Подруга. Приехала к подруге. К подруге я приехала. Ура! Спасибо, что ты приехала. Да. Я очень рада, что я к вам приехала. Я уже 100 лет не была. А мы рады, что ты приехала. Да, да. Ну, я отличилась. Тем более в такую красивую погоду, там такая сказка. А мы сегодня были. Мы сегодня гуляли. Мы сегодня гуляли. Гип-гип. Ура. Ура. Бедная камера. Ну, можно с ней потанцевать немножко.
Да, когда мне сейчас скажешь, брось меня, не хочу с тобой. Нет, под музычку. Алиса, погромче. Кубинские мотивы. Отлично, смотритесь. Мяу. Так ножку, так вот так, да. Прям так вот одну ножку, вторую ножку.